Всем привет, с вами Дарья Мури, и я скажу несколько новостей, и сразу. Первая новость. Анимация не готова. Вторая. В том, что у меня было слишком много пробников, и поэтому Speedpoint выйдет только сейчас. Третья. Появился, скажем так, новый Ask, то есть со старого переехали в новый, и он будет в описании. Там я отвечаю за Укио. Да, это по аниме Beyblade. Я знаю, что моя начальная аудитория была именно по Beyblade. Может, кому будет интересно? То есть, вот, это я должна была сказать. Следующее. Что-то хотела еще. Надеюсь, вам не надоели мои спидпейнты, потому что я просто не успеваю делать анимации, и потом я просто рисую. Да и вначале я хотела быть просто тем, кто рисует арты, а не тот, кто делает анимации. То есть, вот, изначально я вообще хотела просто рисовать, а не делать там какие-то движения, там, ну, мне это тоже нравится, но все равно. Вот, и поэтому так, если мне снова рисую дизайн, может, еще раз попробуем рисовать Чую или Акутгаву, а может вообще чью-нибудь Ор. Вот, поэтому так. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Хотя, зачем я это говорю, когда вы будете сейчас только смотреть. И надеюсь, что вам понравится то, что я рисую. Инстаграм есть? Да, но не дам ссылку, потому что я там страшненький. А вот на Твиттер, пожалуйста, в описании. Все, всем спасибо и до скорых встреч. А скорее даже через несколько часов. Поэтому так, да? Всем пока! Even a well-lit place can hide salvation. A map to one man maze that never sees the sun. Where are the lost? Are the heroes and the thieves are left to drown? Everyone knows by now fairy tales are not found. Near the walls as we walk in a straight line down in the dark with the landslide of roads and
as we wait in the night. It's written in the walls as we walk in a straight line. Down in the dirt with the landslide of protect, but nothing could ever stop us from stealing our place in the sun. We will face the odds against us and run into the fear we run from. Касается их уст, отступников манит твой страх, что с болью осел в наших сердцах. Все мои друзья входят во вкус, когда кровь касается их уст, отступников манит. Полна людей-хранителей, таких же комнат для людей, терявших в ней, неспособных обнаружить то, что я несу для них в душе своей. Каждый день, как осознать, кто рядом, может, это психопат? Как вычислить убийцу из толпы простых ребят? И как долго знакомы мы уже с тобой? Спроси себя, кто я такой? Все мои друзья входят во вкус,
Кто не с нами, тот против нас. Отступники чувствуют каждый раз, как пахнут новые души. Нельзя нам ни верить, ни слушать. Как осознать, кто рядом, может это психопат? Как вычислить убийцу из толпы простых ребят? И как долго знакомы мы уже с тобой? Спроси себя, кто я такой? Во вкус, когда кровь касается их уст. Отступник, графмани.